Да мне кажется, просто это вот месяц, когда все уходят в отпуск, и поэтому событий мало. И поэтому, когда даже вот какие-то трагические события происходят, они приобретают несколько в средствах массовой информации гипертрофированные, так сказать, привлекают гипертрофированное внимание. К сожалению, у нас пароходы сталкиваются не только в августе, и наводнения даже бывают не только в августе, но и в другие месяцы. Вот. Ну вот и как пример получилось совершенно неадекватное широкое распространение. Вот эта байка, это вот, так сказать, фальсификация, запущенная из Украины по поводу того, что Россия якобы там полностью остановила экспорт Украины в Россию и так далее. То есть, а на самом деле, когда разобрались, оказалось, что ничего подобного, в общем-то, и не было. Но даже как новостей мало, то это приобрело такой вот чуть ли не глобальный смысл.